Всем привет! С вами Танами, и я продолжаю играть в игру Гномы. Гномики немножко отсыпаются. Вот. Сейчас мы побьем остальных, которые остались, и будем отправляться дальше. Будем отправляться по той дороге, в общем, придется нам копать, по которой ушла ключница. Так, ребятушки, пошлите на войну. Их тут двое осталось. Нам нужно их... В кости сидят, играют. Нам нужно их... Хотя нет, не буду я их трогать. Идем копать. Значит, сюда, сюда она ушла, сюда. Тут камушки нам они не нужны. Значит, куда там дальше? По-моему, сюда. Да. И вот сюда мы будем копаться. Так, сейчас проверим. Это что у нас? Маленькая пещера. Крошечная пещера. Так. Маленькая. Ого! Разбить. Будем копаться. О, а что тут нельзя копать, что ли? Мне вот интересно. Что, нельзя копать? И чё вы такие вялые? Ой. Ой, блин. Отдыхать хотите? Я так подозреваю, что да. Либо сюда, либо туда. Так, все тут. Так, если не получится тут копать, то отдохнем дома и отправимся дальше. Разбили? Ничего у ней было, книжка. Давай ты прочитаешь. Сейчас проверим, можем мы копать или нет. Не можем. Вот незадача какая. Так, а сюда мы можем копать? А сюда мы можем копать. Так что давайте, идите и копайте. Пум. Вот этот вот как-то... Чё у него? А-а-а. Сытость плохая, внимание плохое. Ай. И вот тут копать можно. Давайте для начала тут прокопаем. Даже вот так. А, ну да. Все правильно. Слушайте, ребятки, вы вот тут вот отдохните. У этого выходной, у этого выходной. Давайте отдохните. И ты отдохни. Да, ложитесь, поспите. Девочки пусть пахают пока.
Я пока даже не знаю, куда нам идти. Давайте копайте, 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 копайте. Ускоримся. Так, что, дальше нельзя копать? Я правильно понимаю? Давайте проверим. Ага, нельзя дальше копать. Давайте тогда копать вниз. Раз в сторону нельзя, и вниз нельзя. Так, а вот отсюда можно вниз копать? И отсюда нельзя? Хорошо, а отсюда копать можно, и отсюда нельзя. Ну что ж, давайте вот тут копать. Другого варианта я вообще не вижу. Да, поспите, ребят. Ключница побежала в эту сторону. Куда вот идти дальше, я просто не представляю. Ускоримся. Угу, понятно. Дальше тоже нельзя копать. Вот незадача. Сюда. А чё сюда нельзя? А куда можно? Сюда нельзя. Туда нельзя. И тут нельзя. Да. Я даже себе не представляю, куда можно копаться. Тут вот я вижу, и пещеру нельзя поставить. Так, а тут можно прокопаться? Давайте тут прокопаемся. Девочки. Девочки. Сюда. Девочки. Девочки. Девочки идут вот тут копать. А мальчики, собственно, и мальчики тоже. Только побыстрее. Ждем-с. Надеюсь, они долго будут копать. Не покажут мне, что там нельзя копаться. О, отлично! Это ж круто! Все, сюда не надо. Йок. Ребятушки, молодцы. Мы уже что-то нашли. Так, сюда. Сюда.
Это хорошо. Мы, по-моему, на правильном пути. Сюда. Там уже низ. О, чувствую, мы приближаемся к чему-то интересному. Так, давайте все в одну кучку собрались. Чё там? Ух ты, блин. Эй, класс. Можем мы тут пещерку забабахать? Нет, не можем. Давайте, ребятки, сюда. Собрались? Сюда. Да давай быстрее ползи. Вот. О, по-моему, мы пришли. Это наши старые знакомые. Отлично. Господи, Один мой, да их тут тысячи. Кого тысячи? Это все, что ты хотела сказать? Поднимаемся. О, лифт. Сюда. Я не знаю, как их. Это какие-то тоже гномы. Гномы-клоуны, что ли? Так, закрыто, да? О, можно открыть. Ребятки, сюда. Угу. Тут огородик, я смотрю. Так, ребята, сюда. Кто-то у нас голодный. Упс. Что-то у меня зависло. Так, тут тупик. Тупик. Тут вообще-то поесть можно, скажите? Мне, пожалуйста. В принципе, можно, но нам некогда есть. Нам нужно вот сюда. Давайте. Давайте, давайте. Это вот совсем она голодная. Давайте уже спустимся и будем что-то решать. Давайте спускайтесь. Чего вас трое? Чего вас трое? А, четверо, все нормально. Сюда. О, костер. Что-то мы нашли. Ага, мы костер не можем использовать, потому что он не наш. Спускаемся вниз, ребятушки.
Так. Я не знаю, как пользоваться лифтом. Но кто-то у нас очень голодный. По-моему, тут тоже тупик. Вот, у нас она голодная. Давай выпей. И отправляемся дальше. Что вот это такое? Рюкзачок? Возьмем. Нет. Вот так. Подбирай. Подобрал. Отлично. Тут тупик. Нет, не тупик. Фух. Бежим дальше, бежим дальше. Тут водичка. Водичка. И чё? Куда дальше? Блин. А по воде? Слабо? Да. Короче, непонятно, куда дальше. Опять, наверное, копать нужно будет. Тут нельзя копать. Слушайте, идите сюда. Тут нельзя копать. Тут что-то непонятное. Я пока ничего не понимаю. Куда идти? Ну, куда-то мы пришли. Надо продолжать копать вниз. Я так подозреваю. Примерно отсюда. Друзья мои. Я вас очень прошу. Покопайте. Да будем заканчивать серию. С этой совсем все плохо. Рюкзак возьми. Ее покормить надо. Чем только. Оп. Она подняла рюкзак? Нет, не подняла. Иди покушай, пока твои друзья. Давай. Пока друзья копаются, тебе надо покушать. Пожалуйста. Тут и совсем... заболеешь. А нам ведь говорили, что когда сытость плохая, то, соответственно, здоровье будет уменьшаться. Кушай давай. Давай, 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 молодец. Да, потихоньку поднимается сытость. Еще один. Умничка. Наверное, еще один грибочек. Давай. Ну, и еще один. А, нет, этого достаточно. Так. Ребята копают. И куда-то, собственно... докопались. Значит, ребятушки, сюда вот. Вот сюда. Вот сюда. Тут не надо, не надо, не надо копать, не надо. Не надо копать, не надо. Сюда. Бочку разбить. Ай.
Что там? Книжечка? Давай-ка ты прочитаешь. Где там наша Лайла? Спускайся. Что там застряло? Что ты застряла? Где она? Она на лифте поднимается. Молодец. А что с тобой? Что тебя не устраивает? Пиво хочешь? На тебе пиво. Так, вы пока стойте. Выпей пиво. О, у него появились дополнительные ячейки. А у этого нет. Лайла. Лайла. Давай, ты задерживаешь. Пиво им подавай. Молодец. И это тоже. Теперь спать хочет? Ну, конечно. Иди к друзьям. Что тебе плохо? Бочку разбей. Тут злобные цветочки. Дубинка нам не нужна. О, крыса. Не надо нам дубинка. Вернись. Сюда. Топорик. Там я видела крысы. Но с крысами мы будем уже драться в следующей серии. Поэтому я говорю спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. С вами была Таня. Всем пока.